Всем привет! Вы на канале Линель, с вами я, Елена Чернявская. Сегодня я вам покажу технику выполнения лимфодренажного массажа лица. Это массаж, который буквально за несколько минут просто преобразит его. Во-первых, уйдет отечность, будет красивый, ровный цвет лица и сияющая кожа. Поэтому смотрите до конца. И не забудьте поставить лайк, я буду очень за это признательна. На самом деле техник лимфодренажного массажа достаточно много, их можно найти в интернете. Это бывают японская техника лимфодренажного массажа, классические техники. Но я собрала свои самые любимые приемы и техники в один массаж, записала это на видео и предлагаю вам воспользоваться им как очень проверенным, уже на 100 раз проверенным тысячами женщин и убедиться в результате. На что же делать лимфодренажный массаж? Конечно, классический способ – это масло, которое подогревается, наносится на чистое лицо и далее выполняется массаж. Но на самом деле лимфодренажный массаж, он выполняется ежедневно, и поэтому очень сложно бывает нанести масло, разогреть его, потом умыться, потому что его нужно обязательно смывать с лица. Поэтому я предлагаю использовать средства для умывания. Вы пришли домой, сняли косметику, намочили лицо водой и нанесли то средство, которым вы пользуетесь, если снимаете макияж. Но очень важно, это средство не должно содержать павов и щелочи, потому что, находясь несколько минут на коже, она будет ее подсушивать и нарушать микробиом, что приводит, конечно же, к негативным последствиям. Поэтому выберите для себя хорошее натуральное средство. У меня это, конечно же, наш гель для умывания со спирулиной, который не просто можно использовать в течение длительного времени на коже, но и даже рекомендуется его оставлять как маску на лице. Итак, поехали! Начинаем мы с того, что на влажное лицо мы наносим гели для умывания. Сначала распределяем его в руках и потом наносим на лицо. Начинать движение мы будем с подготовки лимфодренажных путей. От области второго подбородка мы ведем вниз к надключичным лимфоузлам, не отрывая пальцы от кожи. Далее мы переходим к лбу. Устанавливаем пальцы так, чтобы мизинец был на переносице. С переносицы мы работаем пальцами вверх, все пальцы соединяем и дальше как скребком доводим до висков. Там мы пальцы укладываем полностью на боковую поверхность и ведем вниз к надключичным лимфоузлам. Дальше мы работаем на глаза. Ставим пальцы, безымянный и указательный каждой руки, перпендикулярно друг другу. Одна рука на нижнее, другая рука на верхнее веко. И по очереди ведем всю лимфу к околоушным лимфоузлам. И заканчиваем движением нижней рукой, уводя всю жидкость также к надключичным лимфоузлам. Повторяем движение мы 3 раза. И каждое завершаем тем, что мы уводим руку до надключичных лимфоузлов. Дальше мы работаем с переносицы, пальчиками доводим до висков и опускаем руку к надключичным лимфоузлам. Старайтесь, чтобы все движения у вас были неотрывными. От начала до конца мы ведем вниз по коже, не отрывая руки. Устанавливаем пальцы на подбородке очень плотно и ведем круговым движением к носу. 3 раза делаем движение вовнутрь, угоняя всю лимфу вверх носослезному каналу. Дальше вверх до переносицы и таким же образом уводим к вискам и вниз к надключичным лимфоузлам. Повторяем тоже несколько раз. Далее устанавливаем пальцы таким образом, чтобы получился скребок. И мы от всей центральной части уводим руки вверх до околоушных лимфоузлов, собираем руки у висков вместе и также доводим до надключичных лимфоузлов вниз.
Проходим таким образом всю область носогубной складки, уводя всю жидкость из центральной части лица. Дальше мы проминаем подбородок. И после этого всю лишнюю жидкость также убираем к ушам и к надключичным лимфоузлам. И завершаем мы тем же самым движением, которым мы начали работать. Вот такая простая, но очень эффективная техника лимфодренажного массажа. Теперь вам не обязательно ходить к косметологу или массажисту, вы можете выполнять этот массаж дома. Выполнять его можно ежедневно, если вы страдаете отеками, либо по необходимости, если вы проснулись утром, у вас отек, вы можете выполнить этот массаж, и через 20 минут от отечности не останется и следа. Но не забывайте, для того, чтобы полностью избавиться от отеков, нужно работать комплексно. В первую очередь работать шеей, восстанавливать кровоток и лимфодренаж. А лимфодренажный массаж будет отличным подспорьем. Напишите мне в комментариях, что еще, какие вопросы вы хотите от меня узнать, о чем нужно рассказать вам в следующих видео. И, конечно же, не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить уведомления о них. Подписывайтесь на канал. Всем пока!